У нас обрабатывали участок от клещей. Брызгали. Ну, это химией, короче. А у нас тут щавель. Растет щавель. Алла решила вот его повыдергивать, чтобы, ну... Чтобы он обновился. Да, чтобы обновился, чтобы нам не... Нажраться. Не нажраться этой химией, короче. А дети любят щавель щипать, когда он греха подальше. Ну... Две недели новыми растут. Чтоб уже, знаешь, надо, не... Но надо это, солому, да, солому надо. Солому. Ну, сено там или солому. От щавеля ничего не осталось, такой красивый щавель был. Весь выдернул. Вот здесь, короче, у нас кабачки, также по-прежнему. Но кабачки, наверное, будут сидеть в одной. Раз, два, три, четыре, наверное, все, хватит. Патиссоны, тыквы. Здесь, наверное, что-то другое надо уже садить. А здесь салы... Эти две грядки остаются чисто под зелень. Те парники, это будут там сидеть арбузы, попробуем их вырастить. Арбузики. То есть, вот там, видите, разделено посередине. То есть, в каждой будет один арбуз. Раз, два, три, четыре. Четыре арбуза будут. Здесь салаты. А вот это, раз, два, три, четыре, пять. Все будем выравнивать полностью. Землю разбрасывать и будем формировать заново. Какие-то, ну, грядки там. Ой, не грядки, что я говорю, Арчика, услышал, Арчик лает. Это, клумбы. Клумбы цветочные будем делать. Кстати, заказали арку. Ну, вот что, даже не клумбы, а полянку. Ну, или я полянку. Я на нее вазоны буду ставить, да что? А, ваза будет ставить, ну. А, ну, может, пару клумбочек. А так-то будут в основном вазоны и кашпо ставить. Заказали, короче, арку. Вот в этом месте, посередине. А, по бокам ты хочешь вазу, да, поставить от арки? Я не знаю, порешаем. Здесь, короче, арка будет. Она высотой 2,20 вроде. И шириной 1,30 м. Проход 1,30 м, а шириной 35. Будет на нее вьющиеся растения красивые. Арчи! Да-да-да. Чего орешь-то? На всю. Собаку увидел. Это курточки, мальчик. Молодой ведь. Это рубашка. Ой, Арчи, страшилка. У меня курточки не было. Весь мокрый. Арчи, какой ты грязный и сырой. Какой ты грязный весь и сырой. Ну. Ему наоборот по кайфу. По кайфу тебе? Как это так, вот. Что-то оно покосилось как-то. Вот, ножку я приподнял просто. Вот, смотри. Все. Можно рукой. Чуть-чуть. Ты в этих не заходи на порог. Там такая грязь, снимай их это возле лесенки. Что, готова, что ли? Наверное, что да? Как бы ее не перето. Так, давай. Убираем туда вон. Ставь. Держи, Димон. Или вниз вон. Угу. Пусть она еще постоит в фольге. Что? А потом куда ее? Просто вниз? Вниз вон. Ну. Потом я ее попозже раскрою и смотрим. Я пока это подожгу. Пусть полежит маленькая картошка. Что, она, мне кажется, прям мягкая там уже. Ну, Алла ее ножиком потыкала, она, короче, мягкая. О, хорошо, да, на лавочке? Вообще, гитару бы взяла. А, куда этого грязного туда? Да, да, его не пускай. Пускай он это. Можете только что-то подстилать туда. Красотища. Ура, новый сезон, новый дачный сезон. Всех дачников. Всех огородников с этим замечательным событием. Под грибочки обожгли вот эту решетку. Сейчас грибочки будем раскладывать. Вот сюда. Вот такая красота. Я говорю, кто-то спрашивал, как вот мы готовили грибы. Тут у нас получается приправа. В принципе, вообще любая. Мы даже от шашлыка добавили. Потом, чтобы ты говоришь, золотистая была, как называется? Или куркума, или паприка. Куркума или паприка добавляется с приправой для шашлыка, например. Потом, соль нет? Чеснок, да? Чеснок? Чеснок. Ну, мы обычно, а мы опять соевый соус не взяли. Чеснок добавляется. И майонез. Майонез здесь есть или что там? Майонез, да? Майонез. И в майонезе. Без майонеза они не такие почему-то. Но вот обязательно в майонезе, да, оно будет... Сочненькое. Ну, может, сметану можно, не знаю, но я сметану не пробовала.
Без такая вкуснятина. Золотистые, красивые. Блезет? Нет. На шампур? Но я тоже подумал на шампур. Что не влезет на шампур? Слушай, у нас еще дрова-то горят. А готовить надо на этом? Или на огне можно готовить? Нет, на углях. Ой, ну-ка, что-то мне это уже неудобно держать, но тяжеловато. Что, все? Нет. Ну, их не надо ставить. Ой, что-то у меня. Ты в одну эту сделай. Не туда сделала. А что ты убрала, убрала-то положи? Там как-то прокалывается, жалко его, на шампур его хотела одеть. Выше возьми, выше, в самую верхнюю. Не, не надо. Пытаться будет. Все? А, нет, не ставим пока еще, да? Нет, туда куда. Вот у меня, кстати, в этой решетке открылись грибы. И они все у меня вывалились туда. Так, пока не ставим. Пока просто. А я вниз поставлю их. Пока просто жгем. Жгем дрова. Уголь, конечно, есть. Но уже когда картошку готовили, у нас дрова остались. Пускай они. Давай я их положу костром. Еще пойдем можно, а? Чтобы они быстрее прогорели. Так можно или что, угля добавить? А он пропустит. Схватится он, да? Или уже что, дровами? Не знаю, может, дровами. Ну, дровами-то надо будет жечь тогда. Чтобы прогорел. Ну, подольше будет. Ну, пусть подольше, да? Мы не торопимся. Давай дров накидаю, пожгем. Дрова решил заказывать, буду в июне. В начале июня. Машинку, чтобы они уже все просохли. Что ты хочешь? Поставить куда-нибудь. Ага, просто. Чтоб дровишки все были сухие уже под заказ. И заказать 2 куба березы, 1 куб осины. Где-то я слышал, что осина чистит трубы. Дымоход. Там вообще еще мусор лежит. Мешок-то есть, да? А, Димон, ускай. А сейчас это, Женька приедет за холодильником. И тут это все. Потом уже неохота будет это делать. Нужно кушать. А где, Дима, где Настя, дома? Дима ушел за важную салфетку и пропал. Ты что там, ешь что ли? Где влажные салфетки, Настя спрашивает? Подожди. А, черный мешок, большой черный мешок, вот здесь лежит. Вынеси на улицу. Подожди. А? Под мусор. Вот здесь, где свет включается, подожди. Алла, Алла, а где влажные салфетки? Не надо влажные салфетки, я думала, пошли Арчи. А, все. А, салфетки не надо, дай мешок. Наверху мешок. Где свет включается? Два, наверное, надо. Нет? Да нет, один, наверное, влезет. Нет, один собрать. Что, вы домой пошли? Да, он трясется весь. Домой не хочет. Изо рта пар идет. Идите. Мешок черный, дай под мусор, который в ведро вставляется большое. Дима, где свет включается? Там мешок лежит большой черный. Он пошел куда-то в кладовку сюда. Че? Во? Ты че? Тормозишь? Я не понял, потому что там стекло. Как я с тобой через стекло разговариваю? Так ты же понял, что мешок? Так я понял, ты мне говоришь, что... Ну все, все, все. Не собирай грязь на носки, иди отсюда. Иди давай. Этот. Там грязно. Там грязно. Грязно на крыльце. Этот, как там тебя, да? Мешок вставлю. Че-то мешок-то не поставили. Там уже мусора полно. Ну, там уже без мешка мусора, вон. О, накидали уже сколько. Ну там все в пакетах, в принципе, сейчас перевалю. Удобно, кстати, вот это ведро здоровенное. Как сказать-то? Не ведро это, как назвать? Бачок. Бачок. О, удобно, большой. Вот. Птички, по-моему. Да, птички, красота.
Не было бы здесь у нас вот этого леса, было бы вообще по-другому. Вот этого леса. С лесом прикольно. Я всегда хотел дачу рядом с речкой. Но я хотел прямо, в идеале, прямо, чтобы был свой выход на речку. Вот. Но сейчас смотрю, везде подтапливает, думаю, хрен с ним. И комаров полно. А, и комаров у речки много, да. Вот там у речки вообще полно комаров. Ну пусть даже, ну об этом я не думал, я просто хотел, вот, чтобы свой там был этот выход на речку. Как в Гуляево. Я когда лежу, засыпаю на втором этаже, всегда смотрю на эти сосны. Так прикольно. А-а-а. Небо, луна и сосны. Там, если еще ветер, они маленько колышутся. И класс. Это. Но все равно прикольно, что речки рядом. Спиннинг. Беру с собой удочку и пошел. С Димоном вон на великах, да, гоняли. Туда уедем, в сторону лагеря, там лагерь бывший. Уедем туда и там рыбачим на поплавочек. Вообще классно, блин. А сейчас лодка с мотором, так вот. Скоро обкатывать пойдем. Кстати, вот, обкатаем, а еще надо это, чтобы гарантия была у мотора, надо 2000 платить и ехать на техобслуживание. Поменяют масло. Ну, свечу-то, наверное, нет. А там ничего нету. Мотор-то такой. Двухтактник там. Свеча и масло, и все в редукторе. Или как он называется? Редуктор. Все, больше ничего. Но чтобы гарантия была, нужно обязательно обслуживать у них. А гарантия 3 года. А если не будешь обслуживать, то с гарантии слетает. В случае поломки будешь ремонтировать сам за свой счет. Так что раз в год-то 2000 отдать, ничего страшного. Такой вот, ну, считай, сравнили, да, вот два магазина вот этих. Вообще не было земля, где мы купили. Но ездили вот этот вот. Это не реклама, ничего. Ездили вот в Global Drive. Первый раз заехали. Вообще никак не понравилось. И потом, получается, заехали вот туда, магазин Сакура вроде называется. Ну там клево. Видно, парни тоже грамотные, все объяснили, все рассказали. Объяснили, рассказали, показали, вообще разжевали вроде. Вообще, да, все. И выбор большой. Да, там зашли, одно бэушное стоит какое-то. И все дорогущее. И ценники и такие. И он впихивает все самое дорогое. Не, вообще не понравилось. Вот этот магазин клевый, нам понравился другой. Короче, ну ладно, это же он нам этот парень сказал, что поедете. Но главное, сам парень с того магазина и посоветовал другой магазин. Плюсик заработал, ладно. Ну ладно. Так что скоро погода маленько наладится. Уже будет более по-летнему, скажем, выйдем на плюс там 20. Уже можно будет это заниматься лодкой. Вешать трансовые колеса, там надо сверлить. Ну, короче, еще есть, что надо с лодкой поделать. В принципе, уже можно, конечно. Мотор вешает и все, иди. Но я хочу, чтобы полностью было уже трансовые колеса, все, и коврик постелить в нее, все. Постоянно только придется спускать, спускать, надувать, как бы. Ну, ладно. Главное, есть что спускать и надувать. Есть лодка. Еще и на моторе. Класс. Мне очень нравится. Алик, говорю, покатаю тебя на лодке. Она что-то это, побаивается. Но все равно покатаю. И порулить дам. Что, у меня мусор какой-то в кармане? Балбис. Что, я брошу его туда? А что, мусор же есть. А, в принципе, да. Ой, я пакет-то. Ха, заболтался, пакет-то не вставил. Ладно. Короче, жарим, парим. Сейчас мусорный пакет вставлю. И все. Пока просто жгем. Уголь. На новую раковину. Делаем уголь. А, вон треснуло. Так это дорого. Ну, а все покупать, что ли, вот эту целую байду, она 1300 стоит. Не, нафиг. Надо аккуратненько с этой помыть. Нет, там вон трещины. Помыть, почистить, да и все. Ага. Ладно, разберемся. Решили все же угля подбросить. Кстати, уголь брали в магазине Доброцен. Уголь брали в магазине Доброцен, стоил 130 рублей, а в пятерочке 270 за 2,5 килограмма. Ну я не знаю, конечно, как там по качеству. Сейчас откроем, посмотрим. Нормальный уголь, ну. Вообще, смотрите, какие куски. Вообще нормальный уголь. Хватит, наверное. Там же еще свой все равно. Ну. Вот тут 3 килограмма. Нормальный уголь.
Сейчас как раз не мелкий. Не пыльный. Ой, плода попала. Сейчас как раз этот. Он разожжется об дрова. И будет все нормально. Это уберу. До следующего раза. Это убрать, наверное, коробку надо? Да? Уже все. Дров, конечно, вообще не остается. Ну ладно, сейчас уже что. Вот осталось чуть-чуть. Прикрою, чтоб не мочило. Надо бы еще этот пенек дрова колоть. Хороший бы пенек, да? Дрова колоть. Вот такие вот бывают, а то у меня там такое лежит брус не очень. Собаки лают у сторожа, наверное. Что, горячий он? Нет. Горячий? Ну, нормально. Да нет, не горячий. Что, горит? Ну, не пытается. У нас вроде маленько розжиг есть, если что. Сверху углями завалили. Да? Или пускай сейчас разожгется. Может, разожгется. Ветерок-то ездит, там он красный. Все. Слушай, а грибы-то, наверное, уже можно ставить. На да что тут он? На такое-то. А давай розжигом полью. Не полей маленько. Ну, у меня где-то розжиг есть. Сейчас посмотрю в кладовке. Что, не надо уже? Я помахала, оно загорелось. А, и все, да? А то я взял вон у нас на остатках. А, ну все, тогда не буду. Брал пару стаканчиков воды. Палец опустил. Ну вон тут вон тем поливай, а этот чисто. Чтоб поливай. Алла, пока я ходил, грибочки поставила. Уже. О, жара, да? Очень ярчик. Не-не. Какая-то собачка гавкает. И так похоже по лаю на Арчика. Но это не он. Настя выходила сейчас на руках с ним. Но. Или щеночек, или собачка маленькая. Ой. Кого-то музыка. Отдыхают люди. Майские праздники. Оттягиваются. Я говорю, только машину помыл недавно, вся грязная уже. Да? О, грибочки, блин, вообще. Вот люблю грибы. Наверное, любые, пожалуй, грибы люблю. Вот, и ходить люблю за грибами. Клево. Как-то хотел вырастить свои эти вешенки. Так что-то и не это. Шампиньоны или вешенки? Вешенки. О, угли горячие, вон что, грибы-то горят. Вешенки так хотел свои вырастить, так и как бы это. Мицелий размножил, да, а вот там надо, как называется, термообработку провести у сена, например, да, потому что нечего достать только сено или солому у нас здесь. Я хотел сено достать и в сено посадить вешенки в мешки, а надо было их кипятком, а тут, как бы, где я возьму кипяток? Ну, кипяток-то можно накипятить, просто в таком объеме. Так в таком объеме, нет, маленько-то могу. А как люди садят? А в таком объеме? Ну, они на газу там что-нибудь там, не знаю. Сено на газу кипятят? Нет. Горячую воду делают, потом ошпаривают. Баню растопил и ошпарил. Да нет, столько воды. Ну, короче, я не стал это слишком... Это там на дрова, там, короче, я не стал заморачиваться. А так, конечно, все еще охота вырастить, попробовать свои грибы. Так особо некуда вешать-то даже. Там же надо... Я хотел в кладовку. Не буду же в баню вешать грибы, что там грибок там какой-нибудь. Не знаю. Короче, ушел от этой идеи. А грибы вообще люблю. И я, и Алла. Вот поэтому такую красоту жарим. Видите, как получается классно. Маленько прихватывает, потому что углей много у нас. Теперь. Да не, ништяк вообще. Красиво.
такой классный вид. Курицу нынче взяли бедра. Они были крупные, мы их разделили дома. Ну, кто смотрел наше видео, в предыдущем видео видел, как мы делили. Ну, что-то такие здоровые, можно было еще. Еще можно было делить? Да ну пускай что. Ну, жарится-то было. Я напополам и так. Да не, курица же, что она быстро. Ну, все равно. Это что у нас? Здесь, да, еще где-то есть? Там еще где-то пакет. А, один мясо, да? Угу. Нет, я напополам. Брал бедро и напополам резал. Как это я не проконтролировала процесс. Что останется? Увезем домой. Не, так останется, не, ладно, не надо будет страшно. Готовить. Завтра на завтрак можно поесть, там домой увезти и поесть. Да не, курица, я что, она быстро готовится? Мы еще грибы жарим, пускай курица рядом так стоит, жарится. Уже готовы. Вон какие грибочки, смотрите. Красота, правда? Че, уже поди их убирать можно отсюда? Ну, убирай. Картошка-то, наверное, тоже готова, да, тата? А то мы ее так и не проверяли. Потом, походу, проверю. Ты ее ножиком проверила, нормально? Да, не поняла, где ты раскинула. Где-то. Че, все? Ну, вот эти два бери. Это еще нет. Вот. О, жар нормальный, хороший. Это, наверное, тоже можно уже. Нет еще. Горит еще. Ну, пусть горит. Ну, красотища. Опять дождь пошел. Опять дождь пошел. Во погода, во погода. Осенняя. Очень большие куски. Пуля прям от души прям пахала. Ну, напополам резал. Ну, как бы там. Да. Примерно. Можно было такие на три даже. Что-то у нас тут курицы много. Что там сегодня много набрали с голодухи, что ли? Ну что, сготовим. У нас обычно мангал и курица, и мясо влазит. Дома не надо будет. А сегодня будет... у нас не влазит ничего. Дома не надо будет готовить. Ну да, 100%. У нас еще мясо вон сколько? Здесь? Да нет, это 100%. Что полтора это килограмма и здесь килограмм. Да, конечно. И картошечки сколько еще, да? Это мы, о, с голодухи нахапались с тобой сегодня. Домой везем, дома готовить надо будет в квартире. Ну, какой-то турнирчик. Еще на обед на работу возьму. Ну. Отлично. Картошечку открыли, посмотрели. Я ее закрою сейчас обратно в фольгу пока. Мягкая. Нормально? Готовая. Которая, ну, с беконом, тогда я покажу. Ух ты, ничего себе. О, вся мягонькая. Красота. Ну, давай, отлично, закроем. Отлично. Ну, все. Блин, так есть хочу что-то. Мы специально не едим, короче. Да. Мы утром, вот мы приехали, вот эту вафли вот эти поели и все. И больше не едим. Но. Утром позавтракали омлетиком. Сейчас будем вот шашлычком баловаться. И картошечкой в беконе. А что, мы корейскую морковку, да, вроде взяли еще? Корейскую морковку, лук замариновали. А, лук маринованный, ну. Оливки. Все нормально? Хватает или подуть? Или будет гореть? Я не знаю даже, надо, наверное, дуть. Надо? Не надо. О, уже начинает, да? Прихватывается. Какие шмоты. Это тоже, да? Угу. Ну, красота. Пока у нас курочка тут жарится, решили одеть уже мясо, будем подготавливать. Это, кстати, вот, которое сами делали, с кефиром. Ну, оно тут стопудово будет мягкое. Шашлык. Тут прям даже. Не вот тот. Гадалки не ходи. Это покупной. Другого мяса не было. Я говорю, все мясо разобрали. На майские праздники все мясо разобрали. Ну, шашлык, кстати, маринованный. Какой-то вот был, а мяса-то прямо вот практически нету. Ну. Три магазина проехали, в пятерочках были. Две пятерочки и Доброцен. Вот в одном только нашли. Последнее забрали. Да, последнее забрали, там больше нету. Курица-то, конечно, есть.
все нормально так. Аппетитно выглядит. Ой, красота какая вообще. Аромат стоит. Обалденно. Разные размеры? Размер. Короче, нафигачили. Не, ну так-то нормально, да? Ну, нормальный, но мясо? Как его жарить-то? Ты посмотри, есть куски большие, а есть вот такие малюсики. Как вот его? Придется мельчить. Не, ну ладно, которые большие, а которые маленькие-то. Ну вот гуляш. А, ну их все вместе на один шампур. Они раньше будут, раньше заготовятся. Да. Что, надо, наверное, это перевернуть.